Я рад всех приветствовать. И мы продолжаем с вами изучение бренда Carella. И сегодня у нас прогулочная коляска, всесезонная, на надувных колесах. Она называется у нас Bravo Air. И цвет, который сейчас вы видите, он называется Frost Grey. Такой, как по мне, при таком освещении, может быть, даже что-то с зеленым оттенком, что ли. Ну, в общем, ладно, у меня уже, наверное, глаза замылились к вечеру. Но такой приятный серый цвет. Так, друзья, вначале базовые технические характеристики, потом начнем изучать. Российский бренд, тру кто не помнит, 10,6 килограмма весит, наклон у нас 120-170, 57 сантиметров у нас колесная база. И она выдерживает 22 килограмма ребенка. Давайте взглянем, что у нас в комплекте. Москиточка, накидка на ножки и непосредственно подстаканник. Ну, базовая, у них практически во всех прогулочках идет вот такой комплект. Так, давайте смотреть. Начнем сверху вниз. Начнем с ручки, друзья. Мне очень нравится у этого бренда. У них везде используется вот такая эко-кожа. Она приятная, тактильно, и она не скользкая. Я когда ее беру, у меня очень уверенный хват из-за этого. Ручка регулируется у нас по наклону. В большом диапазоне. Все окей. Хороший, удобный доступ у нас к подстаканнику. Он 0,5, кстати. Спокойненько в кофе вмещает, он растягивается, все здорово, все хорошо. В козырьке у нас есть такое вот смотровое окошко закрытое, чтобы туда не дуло, не капало ничего. Козырек у нас имеет вот такую вот конструкцию, чтобы мы могли регулировать бесшумно, ничего не щелкает. Не, звучок маленький есть, но такой абсолютно безобидный. На улице ребенок явно не обратит на него внимания. И вот эта секция, которую мы можем закрыть, если нам не нужно, и открыть, если нужно. Очень часто бывает, тут москитку ставят, зачем, непонятно. Вот, здесь же все нормально, все по-взрослому. Что касается спинки, друзья, спинка у нас мягенькая, с хорошим матрасиком, все в ромбик, все так приятно. Пятиточные ремни, есть перемычка, вот такая, если нужно. Вот, бампер у нас непосредственно, сейчас я секундочку найду его кнопочку. Вот, кнопочка хитрая. Вот, можно откинуть как калиточка, чтобы не мешало вам для усадки удобной ребенка. Мягкие накладочки на паховой зоне есть тоже хорошо, помимо плечевых. Подножка регулируемая, естественно, ступенька. И подножка, что хорошо, она выполнена в эко-коже, чтобы можно было легко все протирать. Давайте посмотрим на наклон. 170 градусов. Ну, 170 это не 180, конечно, но это почти 180 градусов. Поэтому ребенок прекрасно спит, все хорошо. И ткани, кстати, друзья, очень хорошие ткани. Вообще у бренда у этого во всех моделях приятные, классные ткани. Москиточка, она спрятана здесь вот в кармашечке, если что. Здесь мы открываем, и у нас получается доступ для проветривания. Он вот так заворачивается, фиксируется, если что. Чтобы это все не висело так неаккуратно. Продумали этот момент. Можно вообще, в принципе, эту часть поднять, если вдруг вам это надо и недостаточно вот этого проветривания. Ну, для стирки, например, вы хотите там разобрать. Вот. И регулируется спинка. У нас мы просто толкаем. Нету ремешков. Просто толкаем вверх, поднимаем. Если нужно опустить, вот, опускаем. Самая нормальная толковая конструкция для регулировки. Так, что касается накидки на ножки, давайте посмотрим на нее. Я у этого бренда уже подметил во всех моделях, на накидках на ножке, что в люльках, что в прогулочных блоках, очень много наполнителя. Он прям толстый, как матрасик, как одеяло такое, знаете. И очень хорошая фиксация к самой коляске. Внахлёст одевается, видите, полностью снизу. И чтобы снизу не поддавало ребенку. И ребенок в непогоду очень хорошо защищен с такими накидочками. Прям действительно, накидки они делают топовые. Много кто хорошо делает, но вот чтобы вот так заморочились, такую теплую сделать, почти нигде нет. Вот, так, смотрим, друзья. Давайте с вами посмотрим
на раму. Что из себя представляет вся конструкция? Из названия вы уже поняли, что это Air, друзья. И здесь надувные колеса. Что такое надувные колеса? Тихий и мягкий, приятный ход. Без дребезжания, без ничего. Хорошо, мягенько едет. Плюс амортизация спереди и сзади есть. Тормоз у нас правильный. Оба раза сверху подошвой мы тормозим и снимаем с тормоза. И с помощью замочков открываем доступ себе в багажник. Он и спереди есть доступ, и сзади. В других моделях используются магнитики. Вот в этом месте просто толкаем, и магнитик дает нам возможность ее откинуть и обратно пристегивается. В принципе, все хорошо. Так, что касается сборки, у меня реально претензий нет. Я хорошо знаю конструкцию этих колясок. Это проверенная конструкция. Они долгоиграющие, все железно, стыки железные. Вот, все на заклепках, все по-взрослому собрано. Поэтому не знаю, к чему здесь придраться. У меня нет претензий. Плюс, друзья, еще учитываем цену, коляски реально недорогие. Поэтому вот что мы получаем за эти деньги, прям удивительно. Так, теперь давайте попробуем колясочку сложить, посмотреть, что она из себя представляет сложенной. Вот, складываем. Здесь сверху кнопочка. Вот так вот. И обратили внимание, здесь сразу уже будет у нас ручка для транспортировки, пластиковая. И она имеет возможность кручения. Это очень удобно. Вот видите, я спокойно иду с ней, и она меня не напрягает абсолютно, очень удобный хват. Поэтому все хорошо. Все четко защелкивается, срабатывают все механизмы без вопросов. Так что, почему бы мне ее вам не рекомендовать, друзья? Напоминаю, ссылка на нее будет в описании. Можете вообще приехать в магазин First Buggy, их много у нас по России, и посмотреть ее вживую, покатать. И убедиться в том, что я вам сегодня рассказывал. Вот. А вопросы остались, задавайте, друзья, не стесняйтесь в комментариях. Я лишь хочу пожелать вам сделать грамотный выбор. Всего доброго.